Круче! Круче! Друзья, через несколько мгновений мы начинаем наш сегодняшний флешмоб. Давайте поаплодируем сами себе и всем присутствующим. И самое главное, поаплодируем погоде, которая делает все для того, чтобы наш праздник прошел на высочайшем уровне, потому что мы помним, что Харьков – первая столица, культурная столица и спортивная столица Украины. Да, мэр приехал. Ну, молодец. Друзья, мы напоминаем вам, что организаторами сегодняшнего праздника является Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, Управление по вопросам физической культуры и спорта Харьковского городского совета, общественная организация «Велосипедный клуб», «Харьковский велосипедный союз», компания «Велопланета» и титульный спонсор «Велодня», ТРЦ «Караван», Харьковский городской центр досуга молодежи. И все это под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Дорогие друзья, мы... Харьков, мы готовы! Мы готовы! Можно выше руки поднять! Дорогие харьковчане, гости нашего города, взрослые, дети, победители спорта, здоровья, это просто чудесно. Значит, сегодня я впервые в Харькове увидел воздушные шары пингвина. Будем ставить себе зарубочки. Надеюсь, вы пингвина тоже видели. Ладно, ждем старта, все еще ждем старта. Еще даже флешмоба не было. Выделяйся вместе с нами. Ночной всадник. Первый раз вообще, когда там началось.